Вот так вот выглядит веллингтонская осень. Погода сегодня плюс 15. Обещали облачно, ну, собственно, облачно. Но не обещали никакого дождя, что хорошо, потому что катаясь на лодке, и как-то не очень под дождем это все делать. Вот, все, конечно, ветрено, но посмотрим. Кто встает в 6 утра в воскресенье? Юля! Итак, да, сегодня воскресенье, месяц май на дворе. Мы все еще находимся в Новой Зеландии, город Веллингтон. И да, вот я сейчас иду, тут такой порт. И сейчас я иду кататься на лодке. Но на лодке не простой, она интересная. Она ходит, эта лодка, точнее, не знаю, паром, или как это еще назвать, между двумя островами, между северным и южным. И я сейчас иду кататься на этом пароме, просто туда-сюда. Облака облаками, а все равно живописно. Не зря Новая Зеландия называется страной облаков. Красиво. Вот такая здесь огромная лодка стоит. И, как я понимаю, вот эти вот две торчащие башенки — это кусок корабля, этого паромчика, на котором я поеду, судя по картинкам. Вот, погода вроде бы налаживается. Кстати, причал выглядит довольно аккуратно, то есть не замусоренное. Хотя порт — это очень большой, Веллингтон — это очень большой порт. И даже не похоже, что это порт, но он не грязный, мыши тут не бегают и все такое. Хотя я точно не знаю. Интересные граффити на стенах тут. Такие в японском стиле в порту. Ну, молодцы, молодцы. Блин, какой же ветер. Хотела я уже взять шапочку, да не взяла. У меня уже свистит в ушах. Слезы из глаз льются, потому что ужасный ветер. Наконец-то я дошла. Вот такая здесь стойка чек-ин. Вы просто сюда подходите, показываете то, что вы распечатали при покупке билета. То есть там будет небольшая такая бумажечка с штрих-кодом. И вам в этот билет в одну сторону, даже если у вас сразу куплено в две стороны. Можно с багажем прийти сюда. Потому что люди сюда с огромными чемоданами на такси приезжают. Вот, можно взять с собой свои вещи. Короче, не особо понятно, что делать, но что-то мне подсказывает, что нужно следовать вот за этой толпой людей. Thank you.
что, вот и пришло время сообщить, что я прибыла на южный остров Новой Зеландии, в город Пиктон. Город. Эй, люди! Скажем так, вот так выглядит середина воскресенья этого поселения на южном острове. Не могу представить, чем здесь заняться, конечно. Здесь, как я поняла, очень много активности для outdoors, ну то есть типа погулять. Ну вот я и гуляю. А вот это здание местной библиотеки. О, бабочка! Сижу, ем мороженку, потому что жарко. Тут ко мне пристает новозеландский воробей. Так интересно, что новозеландский воробей, он и есть воробей. Везде воробьи одинаковые. Вот, нашла справку, чем заниматься в городе Пиктон. Это хайкинг, каякинг и маунтинбайкинг. Чувствую себя здесь немножко Покахонтас, которая прощается с Джоном Смитом. Вот так вот. Colors of the Wind. Да, вот забралась на какую-то вершину. Ну, то есть это было написано, что типа как смотровая площадка этого города Пиктон. Вот. Ну и, собственно, я сижу и смотрю, раз смотровая площадка. Здесь, конечно, красиво. Вот этот вот вид замечательный в эту сторону. Просто неописуемо красиво. Вот, собственно, выглядит ночной Пиктон. Вот так вот выглядит море, океан точнее. Да, вот как вот капитан ориентируется, куда плыть, я вообще без понятия, потому что это просто как конец света выглядит, как вот, не знаю, просто тьма. Так лучше. Ну и на этом уж я закончу этот влог, это видео. В общем, поездка вышла замечательной. Сейчас еще нужно будет 3 часа проплыть на этой лодке обратно в Веллингтон. И я там посмотрю либо такси, либо снова пешком пойду домой. Вот, поездка выдалась замечательная. Спасибо за просмотр. Вот, надеюсь, вам тоже понравилось. Если остались какие-то вопросы, пожалуйста, пишите. Пока!